Приветствую вас, подписчики и гости моего канала. Меня зовут Александр Ковалев. И в этом видео я хочу вам рассказать о сервисе InStime, в котором я зарегистрировался буквально неделю. Точнее, о заработке на сервисе InStime. Сколько можно заработать по маркетингу, продвигая данный сервис. Напомню, что сервис предназначен для раскрутки вашего аккаунта в Instagram. То есть вот здесь вот отображаются все мои посты в моем инстаграме. И здесь мы можем заказать лайки, комментарии, сохранения, просмотры видео вот, и так далее. А также в сервисе есть партнерская программа на 15 уровней в глубину. И что за что платится, давайте мы с вами сейчас разберем. Давайте вот перейдем в раздел «Финансы». Видите, у меня команда 30 человек на сегодняшний день. Текущий баланс $24.85. При этом я уже деньги выводил. $52 я выводил уже отсюда. Видео тоже есть об этом на канале. Вот. И давайте разберем, как устроен маркетинг и за что нам здесь платят. Итак, после регистрации вы оплачиваете $58. Покупаете услуги сервиса. Какие именно? То есть на $58 вы получаете 100 тысяч просмотров вашего видео в Инстаграме, 60 тысяч лайков на ваши посты, 500 комментариев и 1000 сохранений ваших постов в закладке. То есть вы покупаете себе услугу, которую можете тут же использовать. Но также в сервисе есть партнерская программа, то есть вы можете об этом сервисе рассказать вашим друзьям, знакомым, которые также продвигают что-то в Инстаграм, да, может быть себя, может быть свой бизнес, может быть просто раскручивают, да, Инстаграм, чтобы там было много подписчиков и можно было уже зарабатывать на рекламе, неважно. У вас есть люди, которые пользуются Инстаграмом и которые хотели бы его продвинуть, раскрутить. Вот. И таким людям вы рекомендуете данный сервис. Представим, вот вы. И вы рассказали троим своим знакомым. То есть здесь тренар, под вами только три места. Вы рассказали троим своим знакомым, что есть такой сервис, они могут продвигаться. Ваши знакомые заходят, оплачивают также $58, получают все то же самое, что получаете вы, то есть лайки, комментарии и прочее. Вы же получаете за личное приглашение 15%. 15% от $58 это будет $8.70. То есть вы получаете $8.70 с каждого, получается, вот с этих троих. А если вы приглашаете четвертого человека, то он уже встает вот сюда, то есть под вашего первого. То есть система так устроена, что под вами только три человека, а ваш четвертый человек, он уже становится вниз, да, под вашего первого человека. Таким образом, когда вот этот человек, четвертый, встал под первого человека, если это ваш лично приглашенный, вы получаете также 15%. Если этот человек упал переливом, то вы тоже зарабатываете, но 5%. Вот этот человек, первый ваш, он тоже зарабатывает, хотя он еще никого не пригласил. То есть он только зашел, только разбирается, может быть вообще не собирается приглашать. То есть он просто купил себе услуги и продвигает свой Инстаграм. Но под него упал человек переливом. И он тут же заработал 5% от $58. 5% от $58 это будет $2.90. То есть вот этот первый человек заработал $2.90, при этом ничего не сделав. Маркетинг здесь на 15 уровней в глубину. То есть мы получаем доход со всех 15 уровней. С 1 по 4 уровень. Сейчас я это все наглядно покажу. То есть с 1 по 4 уровень мы получаем 5%. Личники здесь не считаются. То есть за личников у нас всегда 15% идет за личные приглашения. Далее, с 5 по 8 уровень мы получаем 4% от $58. То есть люди у нас регистрируются где-то вот здесь вот уже в глубине.
мы с них получаем 4%. Неважно, наши это люди, наша эта структура работает, или это может быть переливом люди упали от вышестоящих спонсоров. То есть заполнение здесь идет справа налево. Под каждым, в любом случае, рано или поздно окажется 3 человека. Далее. С 9 по 12 уровень мы получаем 3%. И с 13 по 15 уровень мы получаем 1% от $58. То есть у нас регистрируются люди, да, в 15 уровне человек зарегистрировался, купил себе услуги. Вы этого человека знать не знаете, кто его пригласил, тоже не знаете. Может быть, переливом он от кого-то сверху упал, может быть, ваши люди кто-то сработал, неважно. 1% от его проплаты вы получаете. И таким образом получается, что у нас заполняются все ячейки. Таким образом заполняются все ячейки. Под этими людьми также заполняются ячейки. То есть под каждым 3 свободных ячейки они все заполняются. И соответственно вы получаете доход со всех уровней. Неважно, чьи это люди. То есть, к примеру, давайте вот разберем такую ситуацию. Вот здесь вот уже есть люди, допустим, вот на этом уровне, да? Вот здесь вот регистрируетесь вы. Вы встали, зарегистрировались, пока разбираетесь. Ваш спонсор, вышестоящие спонсоры, люди, которые уже над вами есть, они приглашают своих знакомых. Соответственно, эти люди встают уже вот сюда. То есть, ну, дальше, да, после вас. То есть вот это все движение идет, да, дальше вот здесь идет заполнение. И в любом случае до вас тоже дошла очередь. То есть вы получили также переливы от кого-то, да. То есть вот здесь вот под вами 3 человека. И вы получили 5% от этих 3 людей, которые встали под вами. Вы не знаете, кто их пригласил, они просто упали переливом. Но вы уже заработали. И таким образом на все 15 уровней у нас получаются очень солидные суммы. То есть если просто посчитать, то есть в первом уровне у вас будет 3 человека, во втором уровне 9, в третьем 27, далее 81, 243, 729 и так далее. Да, на 15 уровней вы можете сами посчитать, 3 по 3 если умножать. На 15 уровне у вас будет 14 348 907 человек. В общей сложности со всей структуры, со всех 15 линий у вас будет, ну, около 22 миллионов человек. Что это вам дает, кроме дохода? Кроме дохода вам это дает подписчиков на ваш аккаунт Instagram. То есть все те люди, которые регистрируются под вами, то есть под вами вот эти все люди, они встают, да, то есть 3 здесь, 9 здесь, 27 вот здесь. Эти все люди, они... Прежде чем разместить свое задание на продвижение, у них будет первое техническое задание подписаться на вышестоящих спонсоров, да, то есть на 15 человек, кто стоит выше них. Вы находитесь в числе этих 15 человек. Соответственно, вот эти все люди обязаны подписаться на ваш Instagram-аккаунт. Если они этого не сделают, они просто не смогут продвигать свои посты и раскручивать свой Instagram. Соответственно, вы получаете 21 миллион человек подписчиков в Instagram-аккаунте. Если даже, ну, представим, да, то есть, если там посчитать, это большие суммы, у многих они в голове не укладываются, да, то есть, как это может так быть, это очень много, такого никогда не будет и так далее. Ну, представим ситуацию, что вы, допустим, ну, до 10 уровня только у вас структура разрослась, да? То есть и ваши люди, и переливом упали, то есть до 10 уровня у вас структура. То есть со всех 10 уровней у вас получается общая команда 59 049 человек. И общий доход у вас составит более $100 000. То есть, ну, это простая математика, это можно посчитать, то есть... С 1 по 4 уровень 5%, с 5 по 8 4%, с 9 по 12 3%. То есть мы захватили 10 уровней, да? То есть вот здесь вот до 12 мы не дошли, допустим, только на 10 уровней развились. И в этом случае у нас уже будет доход больше $100 000.
При этом $58 оплачивается каждый месяц, потому что мы продвигаем наши посты, да, то есть мы покупаем за эти деньги услугу. Эту услугу мы за месяц расходуем. То есть мы продвигаем посты, продвигаем свой Инстаграм, заказываем лайки, комментарии, сохранение, просмотры видео. Через месяц у нас все это закончилось, нам нужно на следующий месяц снова. Мы опять оплачиваем $58 и опять по структуре поднимаются деньги. То есть каждый раз, когда оплачиваются услуги компании, да, то есть люди заказывают себе продвижение, мы снова зарабатываем, и то есть из месяца в месяц. Важный момент, что будет, если, допустим, ну вот этот вот человек проплатился, да, этот человек проплатился, а вот здесь вот люди, ну то есть вот этот человек, он не стал проплачиваться. Вот он черный, там его закрасим, он не хочет проплачиваться, ему это не надо, не понравилось, может быть просто там отдыхать уехал, некогда ему Инстаграмом заниматься. Все, вот он не проплачивается, да. То есть что с ним будет? С ним ничего не будет, он остается также в системе, но при распределении денег система его не видит. То есть деньги будут проходить мимо него, так как он не оплачен в этом месяце. Таким образом, вы в любом случае получите деньги со всех 15 уровней. То есть представьте, да? То есть вот первый, второй уровень у вас проплатились, третий уровень не проплатился. Четвертый, ну давайте вот что, четвертый не проплатился, пятый не проплатился здесь, вот, да, вот эти люди. Вот. А вот здесь вот человек проплатился, да? Система как будет считать? Система будет считать, что вот это, значит, ваш первый уровень, да, вот это первый человек. Что такое? Скайп вылазит, вылазит. Так, вот это первый человек, первый уровень, вы получили с него деньги. Вот с этого, со второго уровня, получили с него деньги. На третьем уровне не проплатился, на четвертом не проплатился. Соответственно, на пятом уровне... А, ну тоже не проплатился, да, черным мы его закрасили. И вот на шестом уровне человек проплачивает. Система вот этих троих не видит. Соответственно, человек, который стоит на шестом уровне, вы за него получаете, как будто бы он у вас стоит на третьем. То есть происходит некая компрессия. И в любом случае, то есть все 15 человек вот так вот в глубину, да, система их ищет и распределяет вам деньги. Как только вот эти люди оплатятся, соответственно, вы уже получаете с них как положено, да, то есть как оно и должно быть. Поэтому здесь в любом случае доход будет, даже если какая-то часть вашей команды не будет проплачиваться ежемесячно. Ну, я думаю, с этим моментом понятно, да, то есть как это все происходит, как происходит распределение денег, какие деньги здесь можно заработать. То есть вы можете просто взять калькулятор и посчитать. То есть первые три человека, если это лично приглашенные, 15% вы получаете. Ну, вообще со всех личников вы получаете 15%. Даже если ваш лично приглашенный встал где-нибудь там, не знаю, в 20-ю линию попал. То есть он считается вашим лично приглашенным, и вы всегда с него будете получать 15%. Вот. Далее, то есть если люди падают к вам переливом, или ваша команда, ваша структура уже работает, то есть, значит, с 1 по 4 уровень 5%, 4, 3 и 1%. То есть вы можете сами самостоятельно все посчитать. Главное знать принцип, как это все распределяется. Теперь такой вопрос. Как можно заработать с помощью сервиса InStime еще? Если у вас есть какое-то дело, если у вас есть какой-то бизнес, вы его продвигаете через Instagram, соответственно, так как все эти люди, которые встают под вас, они обязаны на вас подписаться, у вас растет количество подписчиков. И эти люди заходят на ваш аккаунт, смотрят, что вы там делаете, да, какие посты вы пишете, и ваш продукт, либо ваш бизнес может быть им интересен. То есть вы можете продавать свои какие-то товары, услуги через Instagram, да, и у вас уже будет... готовая база подписчиков, которая пришла через сервис InStime. Следующий момент. Как только у вас на аккаунте Instagram появляется 10 тысяч подписчиков, в Instagram есть функция включения монетизации. То есть вы можете уже размещать рекламу каких-то сторонних магазинов, может быть, да, каких-то сторонних бизнесов, которые сами причем будут вас находить, так как у вас большое количество уже подписчиков, они вас будут сами находить,
сами к вам обращаться с просьбой разместить их рекламный пост в вашем аккаунте. И здесь вы уже можете зарабатывать на рекламе, то есть зарабатывать в самом Инстаграме уже внутри, без каких-либо сервисов. Сервис вам помог набрать подписчиков, помог вам раскрутить ваш Инстаграм. Дальше уже вы можете с помощью своего раскрученного аккаунта зарабатывать на рекламе. То есть это вот еще один момент, еще один заработок, еще одна полезняшка вот этого сервиса. Теперь такой вопрос. Кому это нужно? Кому можно это предложить? То есть такой вопрос, который мне партнеры тоже задают. Да, кому я могу предложить? Ну, во-первых, если вы сетевик, у вас есть, значит, своя команда, да, либо у вас есть знакомые сетевики, которые продвигают какую-то свою компанию, возможно, но которые продвигают ее также через Инстаграм. Они заинтересованы в том, чтобы продвинуть свою компанию, свой продукт. Вот, пожалуйста, сервис Инстайм поможет им раскрутить свой аккаунт. То есть это сетевики. Второе, это традиционные бизнесы. Потому что ну, традиционные бизнесы тоже сейчас присутствуют в Инстаграме в большом количестве, и им тоже нужны клиенты. Вы можете предложить традиционному бизнесу раскрутить их аккаунт Инстаграм, тем самым, опять же, набрать клиентов. Есть люди, которые чем-то занимаются в Инстаграме. Кто-то печет торты, кто-то делает маникюр, да, и так далее. Самозанятые, скажем так, люди. Они тоже заинтересованы в продвижении. В продвижении своих услуг. Они тоже хотят найти клиентов. То есть вы можете предложить это вот этим людям. Далее, молодежь. Молодежь вся сидит в Инстаграме. Спросите любого, если у него нет Инстаграма, ну, наверное, просто у него кнопочный телефон. Был бы смартфон, Инстаграм бы там точно присутствовал. Эта категория людей, ну, они просто общаются, пиарятся, да, выкладывают свои фото. То есть они хотят быть популярными. Пожалуйста, вы можете опять же предложить таким людям, которые просто хотят быть популярными, ничего не продают, ничего не предлагают, раскрутить их Инстаграм и стать более популярными и уже начать зарабатывать на рекламе. То есть, ну просто оглянитесь даже вокруг себя. Обычный школьник, там первый, второй класс, если у него есть смартфон, то там точно есть Инстаграм. То есть уже вот просто огромное количество людей, которые пользуются Инстаграмом, и любому из них вы можете предложить данный сервис. В принципе, основные моменты я показал, рассказал, как строится структура, тоже показал, как это происходит, начисление денег тоже показал, как оно распределяется, даже если в вашей структуре кто-то не активен. Теперь решение за вами. Либо вы присоединяетесь прямо сейчас и получаете переливы, потому что компании всего, ну, буквально неделю, как они вышли в предстарт. Сегодня вот 28 марта, 21 марта они официально объявили о предстарте. То есть вы можете присоединиться сейчас и уже начать приглашать людей, начать зарабатывать, начать получать переливы. Либо вы присоединитесь чуть позже, но если вам интересно раскручивать ваш Инстаграм, то в любом случае, скорее всего, вы присоединитесь. Чуть позже, но в этом случае вы тогда попадете, ну, куда-то вот сюда, а может быть вот сюда, а может быть еще ниже куда-то попадете. То есть, понимаете, момент времени, когда что-то запускается, когда что-то такое глобальное происходит, надо в этом быть. Поэтому принимайте решение, если что-то непонятно, остались какие-то вопросы, возможно, у вас. Мои контакты будут под этим видео, можете ко мне добавиться, мы с вами пообщаемся, я подробно все расскажу, покажу еще раз, все вопросы разберем. Также оставлю ссылку на регистрацию в данном сервисе для самостоятельных, кому все понятно, кто уже разобрался, увидел здесь деньги, увидел перспективу. Ссылку на регистрацию оставлю также в описании к видео. Регистрируйтесь, оплачивайте $58. Добавляйтесь также в друзья, потому что у нас есть наш командный чат, где выкладывается вся информация по сервису, да, все обновления, все новости, чтобы я вас тоже в этот чат добавил. Ну и, конечно, не забывайте подписаться на канал. Ставьте лайки, если видео было вам полезным. С вами был Александр Ковалев. Всем пока, до связи.